Дорогие друзья, на связи Айлита Мустафаева. Сегодня я поняла очень простую вещь. Многие не понимают, как нужно строить бизнес в интернете. По маркетингу компании, чем больше вы людей приглашаете и даете рекомендации, тем больше у вас растет людей, которые благодарны вам, потому что продукт очень эффективный, эти люди начинают говорить другим, и таким образом у вас растут потребители, и некоторые потребители превращаются в ваших партнеров. Поэтому наша задача – говорить об этом каждый день. Представляете, с вашей помощью вы можете помочь людям восстановить здоровье. Кому-то вы поможете заработать деньги. Кому-то вы поможете решить проблемы в отношениях, потому что все эти вопросы решаются в Академии «Успех вместе». Поэтому, как я делаю, как я начинала когда-то делать, я захожу в академию. Первое, что я делаю, я смотрю расписание. Я нажимаю на расписание. К примеру, сегодня 28 число, я уже строю планы на 29 число. Я смотрю, что 29 числа в 19:30 по московскому времени будет, оказывается, презентация. Но я уже вижу расписание и на 30, и на 31. Поэтому я понимаю, что чем больше моих партнеров зайдет на обучение по мышлению, потому что вы понимаете, да, что все зависит от нашего мышления, то я уже понимаю, что я буду делать и как я буду приглашать своих друзей и знакомых. То есть сейчас у меня есть человек, которому я хочу дать информацию, чтобы он увидел ее в прямом эфире. К примеру, есть вот у меня Наргиз Ташкента. Я беру ссылочку, копирую ее и говорю, что Наргиз, к примеру, она говорит, что она не может зайти, и она переживает, что она не успела. Я ей говорю, ничего страшного, Наргиза. Вот. Наргиза, еще раз доброе время. Чтобы зайти на прямой эфир, вам нужно нажать на кнопку S10. У нас презентации в определенные дни. К примеру, завтра, 29 числа в 19:30, вы можете попасть еще раз на прямой эфир. Увидимся. Я очень хочу, чтобы вы увидели весь масштаб компании, потому что когда-то именно встреча в прямом эфире изменила всю мою жизнь. Я вам до этого скинула сохраненную версию. Очень хочу, чтобы вы этот проект увидели своими глазами. Таким образом, я приглашаю Наргизу, которая из Ташкента. Она меня нашла в Инстаграме на завтрашнюю презентацию. Наргиз Ташкент интернет также находится. Я посмотрела, ее нету в рассылочной системе. Я добавляю ее в рассылочную систему. Вот так. Вот интернет. Продукт Ташкент, видите, я ее добавила. Что я сделаю завтра? Завтра я сделаю напоминание. У меня в интернет приглашенных 122 человека, которые присоединились буквально в течение этих 3-4 дней. Эти люди для меня думающие, то есть они еще не приняли решение, они еще ничего не знают, но завтра они все узнают. Таким образом, мы бы запускаем Узбекистан. Надеюсь, друзья, моя информация была для вас очень полезна. Пишите в комментариях, что бы вы хотели услышать. Я снимаю.